вертолете. Принят. Наш южный вертолет. Высадка. А, ну только наш? Да. А Чинук, который тоже... Нет, не наша, не наша. Это с АГСом. Принято, уходите западнее. Только смотрите на север, не смещайтесь. Там запретно будет. Рассыпнуло все бедно. В воде лодка с МК-19, это вражеская. На 110. Освободился, слетайте на аэродром, нет, и там оставшихся прям. Да, лодка нас палит на высадке сзади нас. Лодка по Чинуку работает. Лодку еду. Чинук, попробуйте отработать сначала ее. Все, ушла она. Полетайте, побаражируйте, пока не высаживайте, пока угроза есть. Подтвердите, есть еще чинов, который не высадился? Все, вот, все живые, нормально. Никак нет, у нас тоже есть лодки, потерял. Но у противника МК-9. Что потеряли? Айдара убили? Снимите Айдар, поднимите свое оружие, у него там вроде прицел. У него прицел ночной, да, возьмите. Кто докладывает? Вектор? Да, Вектор, МК-19, нам залет. МК-19, работайте, помогите. Какой контакт? Морис. Морис? Давайте, сдвиг. Сдвигаемся, сдвигаемся. Старайтесь в бой не вступать. Центральная группа, старайтесь глубже, да, в зеленку двигаться, чтобы вас не было видно с запада. Сошла. Говорит, авангард дал синюю метку, там контакт. Принято. Нам продолжать движение, чистить? Так точно, продолжаем движение. Принято. Стараемся не задерживаться. Так, дал метку примерно, где был Моррис. Я вижу лежащее тело. А, это враг. Можешь убить? Я не могу, он на юге, сейчас, секунду, с поля попробую отрабатываться. Отделение, передайте всем бойцам, чтобы перешли на шепот. Шепот проверьте. Он откинулся. Пройдите южнее, посмотрите, если хотите. А, там дымы пустили. В этом месте дымы. А, командир, пересекай дорогу? Нет, дорогу нет. Я пересек дорогу. Сейчас мы двигаемся на юг, где-то на 210. Точно там своего нет. А вдоль дороги так не набрать? Вдоль дороги, да, там контакты, там противник. Принято. Штаб просит там все это дело прочистить. А мы СВ на нет. Я около дымов прям. Принят, там так. Сейчас посмотрю. Рюкзаки. Рюкзаки, скорее всего, да. Не у наших контакт? Дальше, вроде бы. У нас. Вроде контакт. Нет. Подойди. Палач живой? Палач. Ясно, сдвиг. Еще раз делаем сдвиг по КВ. Тайфун, отлично. Оставьте там охранение и начинайте, отправляйте людей перевозить ландроверы прием. Проверка. Пусть Виктора и ВВ вам помогут в этом прием. На связи. Точно. А столько двое? Ну, походу, теперь да. Опа. Че это?
Там наших быть не должно. Топника отправить дальше. Вижу врага. Где? То есть вам нужно будет поменять позицию и немного сместиться на позицию своей машины. А вы работаем отделение? Бля, это был командир, хуй знает. Да, мы работаем. Где он был? Наблюдатели и тех, кто может далеко работать, подавлять. 220. Близко? Через дорогу от Новиков прикрывать. Край в лес. Обновили метку на врага. Метку поставь сейчас. Вот тут, с красной панамкой своей. А что, хватит? Блядь, это у нас ни у кого нет. Это или нет? Это не я, не я. Вас понял, но... Это там рядом. Это в домах. За домом, прям перед тобой. Убил. А ТГ там точно продолжает? Но он упал, я не знаю. Обратите внимание на БТР, попробуйте уничтожить. Мой огромный рюкзак не дает мне спрятаться. Держи меня нахер. Смету на БТР перед. Авангарда, контакт в упор. В нем все патроны. Смету на БТР обновил БТР. Так я отошел. Принял метку. Тоже ушел. По тебе или ты? Нет, нет, и не я. Вражеская 80 подобрали наш оружие. Там атаман врага одного застрелил, не пострелить его, место красное актуально. Принято. X1. Это ОМСВ Варфраг говорит, он с нами тут рядом. Он убил там одного, говорит. Рядом. Убил. Спай нахуй. В этих джунглях тоже враг. За дорогой? Ну вот где я на моей метке. Уходи сразу оттуда подальше. Пытаюсь. Я без стрелка просто, я паркую. Все. Принято, принято. Вижу еще одного тут. Подожди, вторая вертушка так же. Убил, выхожу. Ой. Смог отойти? Да, да, да. Но он, возможно, жив, но хер бы с ним, я ухожу. Походу жив. Ярче повтори. Прям ко мне подошел. Вот, сука. Еще смотрел и думал, кто это. РМ хоть на пыль. Врага убил. Понял, понял. Видим на свою метку на западе. Там до 17.20 ожидаем. И после 17.20 стартуем в триггер. Штурмовать? Блин, сайтаны на тапки не скинулись. Сайтан был. Ёлта. Прикол в том, что часов нету, как засекать. Есть часы. Есть часы. Почему за ноха? Просто чинул клячу, он плохо летает, то они, думаю, слышали. Потому что он сейчас летает, всех собирает. Живой? Конечно, что со мной будет. Где? Противник же в касках, да? Да, да, да. У них форма военная, камуфляж. Южнее меня проходит один. Ёптать. К нам или что? Он не заметил меня. Сколько близко проходит? Близко. Сейчас буду работать. Умер. Не, он... не было трубы, Морис? Здесь врал. Возле домика. Да у него шайтан не было. Трубы, трубы. Нет. Вдруг там бэха с пехоты сюда катят. Скорее всего. Он же с юга, юго-востока. То есть в тылы у нас.
возле него стоит. Короче, светлая форма, зеленые каски у них. Вижу Бэху, она едет прям по главной дороге туда, по асфальту. Пойти, должно быть ТМР за асфальт, наверное, не успели они далеко респиться. Ай, по мне! С юга поднимаются к нам. Айдар. Актер. Живой. Походу по Айдару, да? Айдар выше меня был, да. Чё, сдвиг? Запада вроде как. Стреляли с юга, вон вижу, с востока Айдара приняли. Актер? Ну чё, на резерв давай. Сейчас 13 минут. Ещё 7 минут. Ага. БТР где-то на 320 вдалеке. Я тебя жду, ориентир. Я задымляюсь пока. Погоди, меня тут накрывают. Там Бэха прям на причале стоит. Вот тут поставил метку. Морис.
парни, что там у вас есть дальняя, нет? Что происходит-то хоть? Мы захватили? КВ штурм. Да я случайно взял вражескую, блин, не могу выйти. КамАЗ какой-то едет. Потихоньку чистим. Чей КамАЗ? Чей КамАЗ катается? Лодка с МК-19, или она наша? Это вражеская, вражеская лодка. Ага, привет. Хорошо, чисто. Зачистил, да? Кто это чистил? Да. Толян, это сейчас А, Толюна